На последней неделе марта, во время весенних школьных каникул, в России проходит неделя детской книги. Этому празднику больше 70 лет. Первый раз День детской книги отметили встречи писателей и юных читателей. Эта встреча состоялась 26 марта 1943 года в Москве. Неделю детской книги, а также название праздника «Книжки на именины» придумал писатель Лев Косиль. Его поддержало издательство «Детгиз» вместе с популярными в то время авторами. И в честь Дня детской книги я поделюсь с вами стихотворением новосибирского поэта Алексея Ерошина. Оно называется «Шедевр». Лягушка-квакушка деньжат накопила и красок себе кваквариальных купила. Уселась на кочку, раскрыла тетрадь, вокруг оглянулась, и ну рисовать! Березки, коряшки, пенечки, цветочки, ужа, что лежал у ручья в холодочке, порхающих бабочек разной расцветки, жучков, паучков, свиристели на ветке, лозу, стрекозу, старичка-паучка, плывущие в дальнюю даль облачка, добавила чуточку тины и ряски. И тут неожиданно кончились краски. К тому же к подруге зашла на обед знакомая жаба-искусствовед. Глядит, нарисовано, что? Непонятно. Какие-то черточки, точки да пятна. Воскликнула жаба-искусствовед: «Квакая фактура, и форма, и цвет!» Бегут от восторга мурашки по коже. «Ну квак же на наши болота похожи!»